Показать мастерство под наблюдением 5 видеокамер не так-то просто даже профессионалу. Каждое движение переплетчика книг Михаила Куркина было зафиксировано и показано в прямом эфире. Он соревновался в родном Самарском государственном колледже, а судьи находились в Москве. Формат финала 6-го национального чемпионата профмастерства среди инвалидов «Обилимпикс» изменился из-за пандемии. Соревнование должно было еще в мае пройти, но пандемия еще сильнее накалилась и все остановили. Потом еще с сентября опять начали готовиться, проходили соревнования в Самаре, я занял первое место и затем на национальный чемпионат поехал. «Обилимпикс» проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта образования. Главная задача этих соревнований – выявить лучших в своем деле и найти им работу. А пока победители получили денежные премии от губернатора. В этом году конкурс впервые прошел в очно-дистанционном режиме. Это более 1000 площадок в 81 регионе. Самара оказалась в их числе и выступила достойно. Победа на всероссийском уровне – это здорово, это, по крайней мере, я думаю, что у кого-то появились крылья, и я думаю, что эти крылья не будут мешать, а наоборот помогут где-то взлететь и удержаться на этой высоте, которой они достигли. В чемпионате по 77 компетенциям приняли участие более 2000 конкурсантов в возрасте от 14 до 65 лет. Из них почти 300 специалистов, более 1000 студентов, остальные школьники. Самарская область выставила 28 студентов. Они в общей сложности завоевали 6 медалей, 3 из них золотые. Сергей Кизоркин, «События».